Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Ну-ка давай посмотрим. Ну, Дегазавр, готов или нет? Опачки, сразу же, с первой попытки, друзья мои. Вот такой вот он стал, красавчик. Слушай, как он круто выглядит. Опачки, 40-й уровень, максимальный. Так, забрать награду. Так, ну-ка, подожди-ка секундочку. Ага, у него нет больше никаких эволюций, да? Смотри, как он... Ух! Выглядит шикарно, мне нравится. Так, забрать тут награды у нас, да? Раз, два, три. Использовать ускорение. Давай-ка мы, наверное, с тобой быстренько сделочку какую-нибудь здесь завершим. Ну, вот, например... Ага, нет, это я не буду. Хе, смеетесь, что ли? Очки доверия менять тоже не хочу. Так, ДНК... Нет, не хочу. Живучесть. При получении смертельного урона существо... Угу. Легендарная карта, нет уж. Да хорош, что, неужели... Нундазух, редкий нундазух. На еду. Блин, что-нибудь попроще. Может быть, тут что-нибудь? Ну, например... Например, вот... Вот этот вот мод... Обменять на очки доверия. Обменять. Это же считается как... Да, считается. Отлично. Так, ускорение собрать 3 мода. Так, ну, наверное, будем за деньги пока смотреть, да? Давай, Чарли, подкинь что-нибудь солидное. И дает он нам с тобой единство. Повышает показатель атаки всей команды на 10%. Так, двигаемся дальше. Смотрим, что на этот раз. У нас это обычные моды, так что особого кипиша здесь не будет. И, наверное, мы сделаем с тобой вот так вот. $30 я заплатил. Это супер редкий мод. И выпадает нам боевой дух. Увеличивает запас ОЗ всех союзных существ на 100% и показатели атаки на 50%. Вот это крутая карта, на самом деле. Так, ну что, переходим в задание и смотрим, что у нас тут есть. Так, эволюционная борьба, защитить свою территорию и, опять же, крошить лед и врагов. Защитить свою территорию. Это столкновение. Эдиоморфодон, Тираннозавр и Залмадон. Вот даже какие. Так, здесь можно поставить... А если я возьму стегоцератопса, предположим, против тираннозавра, мы возьмем с тобой. Ты посмотри, у нундагозавра сколько атака. Ё-моё, диплотатора возьмем. А против залмадона, ну, опять же, травоядника надо брать. Пускай это будет уэрхозавр. Давайте-ка, друзья мои, посмотрим, что у нас из этого получится. Мы все-таки будем защищать с тобой нашу территорию. Вы не обращайте внимания, друзья мои, что так долго сейчас не выходят видосики. Я потому что занялся плотным прохождением Dying Light второй части. Плюс Broken Ranks тоже прохожу, ребята, играю. Поэтому как бы особо времени здесь нету. Слушай, а если я сейчас, знаешь, что сделаю? Блин, если я его сейчас накажу. А в принципе, что я теряю-то? Ничего, хотя теряю. Давай так вот сделаем. Интересно, он рискнет меняться? Допустим. Атаковать. Давай, давай, Залмадон, атакуй. Ах ты, жук ты несчастный. Ребят, он... Он, наверное, сейчас все это в очки действий себе переведет. Ну, бомбани разочек-то. Разочек ему бомбанул. Разочек-то он как раз и бомбанул, поэтому... Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Я сделаю вот так. Потому что сейчас он 100% поменяется на тираннозавра. Жаль, конечно, что мы с тобой потеряем стегоцератопса. Но он потеряет тираннозавра. Так, сколько он там очков-то потратил? Давай так проверим. Ну, и отлично. Иди отсюда.
Так, Эдди Морфодон. У него 957 к атаке. Он себе нахапал, конечно, здесь много очков. Чего? Он что, вообще, что ли, больной? Ну, это дело его, выбор его, ребят. Что я могу сделать? Значит так. Раз, два, три, четыре, пять. И вот так вот сделаем. Ага. Бамс. Сейчас посмотрим, сколько этот будет по атаке. 322. Ребята, у него сейчас очень будет много очков. А, 4? Тогда... Все, ребят, тогда ему крышка. Я его сейчас распетрушу. Распетрушу его душу, можно так сказать. Честно говоря, неожиданно даже для меня, что вот так у нас отлично все получилось. Спасибо вам, друзья мои, за комментарии насчет Tower Conquest. Я попробую, наверное, следующую серию чисто пофармить арену. И, возможно, мы с вами получим ту самую обезьянку. Так, ну что, давай второе тогда делать столкновение. Здесь тиранозавр, гиганоцефал и тиранозавр. Блин, сколько он стоит по откату? $125. Чё так дорого-то? Так, если я, предположим, возьму... Ну, нет смысла набрать Таниколагриуса. Возьму тогда нондогазавра. Здесь возьмем с тобой хищника одного. Это будет Таниколагриус. Блин, хотя у этого 2678. Даже не знаю. Наверное, все-таки Раджастегу. И здесь... мы с тобой возьмем еще тогда... Блин, ну что, птеродактиль что-то брать? Не хочу я брать птеродактиль. Давай вот так вот. Все, поехали. Я думаю, сейчас мы с тобой здесь все сделаем как надо. Я сразу же возьму бонус. Сразу же. 2328 хп. Это меня вообще, ребята, устраивает. Прям обалдеть, как устраивает, если честно. Опачки. Гиганоцефал вышел. А что ж ты не стал атаковать-то, а? Гиганоцефал. Все. Слабину дал. Давай-ка я вот так сделаю. Ну, естественно, он испугается и будет меняться. Естественно, ребят. Вот так вот, поменялся. Он взял тиранозавра мод 2. Я, наверное, сделаю следующим образом. Раз, два. Давай все сливаем. О, кто же знал-то. Ну, сейчас в любом случае он будет опять же меняться. Он будет меняться, друзья мои. Да ладно, не стал, прикинь. Он не стал меняться, но он все слил. Отлично. 1600, да, с копейками. Хм. Раз, два, три. Плюс... плюс защита. Ну и посмотрим, что этот сделает против хищника, травоядника. 279 к атаке. Ха-ха. Хоть бы он все начал сливать. Нет, он не стал, ребят, ничего сливать. По крайней мере, все он точно не стал делать. Ну что же, мы берем с тобой нашу птичку. Все, естественно, вливаем в очки действий. И ждем, когда этот олух раскроется. А он раскрыться обязан. Да? Да-да-да-да. Спасибо ему за это огромное. Это наш билет. Ну что, до свидания, Петручо. Давай, Раджа Стега. Хорошо куснул, молодец, красавчик. Кто-то сомневался в моей победе, тот зря, ребят, так делает. Ну что ж, двигаемся далее. У нас последний поединочек здесь остается. Метапозавр, тут, понятное дело, сразу же берем этого. Пристозух. Ну тогда возьмем вообще топиелозавра, так уж и быть. А вот кого против тиранозавра нам взять? Если я возьму идиоморфодона. Или все-таки взять откатик. Давай я, наверное, возьму откатик, чтобы потом, как говорится,
Не жалеть и не кусать локти, как обычно. Вот, пожалел, взял не того, кого надо. А смотри-ка здесь, как получается хитро. Я думал, что я его сразу смогу уничтожить, а получается нет. Ну, давай атаку сразу сделаем. Угу. Хорошо мы ему дали. Даже если он поменяется, ребят, это будет нормально. Так, 600, да, грубо говоря, у него к атаке. Давай-ка я, наверное, сделаю. А что если я сделаю вот так вот? И возьму защиту. Интересно просто посмотреть. Меняет. Так, мы выживаем, ребят, мы выживаем. Он все слил, поэтому его можно, в принципе, сразу сливать. Да, можно сразу сливать. Раз, два, два, все. Гудбай. Так, пристазуха здесь как не бывало. Метапозавр. Ну, он сейчас вырубит, вырубит, ребята, мне. Ах, вот что он делает. Да, он здесь вырубает. А-ха-ха-ха, ну, тогда. Тогда все, парень. Тогда извиняй. Давай, родной. Ушатывай этого хлопчика. На-ка. Матрешка. Метапозавр. У него 381 хп всего лишь осталось. Конечно же, здесь-то он вырубит, понятное дело. Будет радостный, довольный. Ну, дальше-то что? Дальше-то что, парень? Ну, вот взял ты себе две защиты, предположим, еще не факт. Но у меня-то будет 4 очка действия, то есть двоечка-то пролетает, как ни крути. Вот о чем я и говорю. И это круто, ребят. Это очень круто. Есть когда чем атаковать. Это все нужно, ребят. Это, как говорится, залог победы. Ну что, колесо призов. Что же нам здесь выпадет? Опачки, друзья мои. Ризот, легендарная карта. Ризода у меня еще не было. Поэтому я, наверное, сейчас его сразу же поставлю здесь. Ага, у меня и артакончик уже созрел. Надо не забыть его, ребят. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. По-быренькому. Так. Ну, в принципе, можно и эволюцию ему сделать. Даже можно вот так завершить ее. Какой, а? Какой ты артакон. Нехороший. Не хочет, ребят. Не хочет он сразу прокачиваться. Да понял, я понял тебя. Так, пускай созревает. А у нас этот Карнораптор-то. Ха-ха, ты жук несчастный. Тоже не хочешь, да, прокачиваться? Продолжить. Так, здесь мы с тобой за 3 ускорения забираем. Так, что я хотел сделать-то? Садовая моя голова, забыл совсем. Конечно же, я же хотел поставить. Выводиться Ризода. Все существа водоплавающие. Ризод вывести, сколько выводится? 3 дня? Оу. Ну ладно, пускай будет этот еще 19 часов. Но это последние их те стеги, которые выводятся. Потом будем уже делать раджазавра. Ой, раджастегу. Так, ну что, переходим с тобой на дальнейшие. Да что такое, на дальнейшие поединки. У нас есть еще крошитель лед, господа хорошие. Мы с тобой так и не завершили. Блин, я не знаю, мы с тобой сейчас в такой хорошей лиге, поэтому давай, наверное, возьму Эрематерия, Эндрикотерия и шерстистого носорога. Просто хочу глянуть, какие тут противники сейчас против нас будут выступать. Ну, животных у меня очень мало, именно этой эры канезойской, поэтому, ребят, не обессудьте. Но здесь видно сразу, да, что победа за нами.
Думаю, никому ничего не надо тут объяснять. С какого вдруг перепуга победа за нами? Тут все и так видно невооруженным глазом. Ну что ты, ты сейчас будешь меняться. Я понимаю, что ты будешь меняться там на каких-то пустышек. Они тебе не помогут. Они тебе здесь, парень, не помогут. Возьмем так и бонус. Будет меняться, да, скорее всего? Конечно, будет. Но не пробьешь. Ну ты, парень, не пробьешь. Я не знаю, сколько он там, конечно, взял чего, но нам надо сделать вот так вот. Готов. Готов, хлопчик. Так, Архиатерий. У него 146 к атаке. Ну, конечно, сейчас уничтожит. Понятное дело. А сольет сколько ему нужно? 3 атаки. И Индрикатерий мой погибнет. Так, выходит у нас Эриматерий. Как ты понимаешь, я его спускаю на мясо. Тут уж ничего не попишешь. Вот так ты, значит, решил, да? Окей. Окей, твое дело. Погнали. Бумс. Но смотри-ка, ничего не стал делать. Как хочешь. Как хочешь, дело твое. Но жду. 7. Как ты понимаешь, одно очко действий он себе оставил. Но это ему не поможет. Вообще не поможет. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Ну и пока. Ой, а тут вообще 30 к атаке. Ну и что ты сделаешь, парень? Он думает, что он сейчас отсидится в защите. Нет, парень, не отсидишься. Он и защиту-то особо не ставил. Ну вот. Сейчас посмотрим, как мы с тобой на арене. Ну там, наверное, немного поднимемся. Единственное, что вот у нас следующий поединок и все, по-моему. Так, мы на Лиге Выживших. То есть нас сбросили, как ты понимаешь. Блин, хочу гриппозуха получить, а. Ну, вместо этого я получаю... О, 600 ДНК, ну ладно. Это еще нормально, друзья. Так, беру Уртинотериума, возьму я Мамонта и Амфициона. Погнали. Смотрим, что нам сейчас... Интересно, почему-то деремся мы с тобой животными кайнозойской эры, а разыгрывается почему-то гриппозух. Очень интересно. Блин, нифига себе, это кто такой, кенгуру, что ли? Так, 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 так. Давай, я возьму бонус. Я возьму бонус. Смотри-ка, решил атаковать. Ха-ха. Окей. Раз, два, три. Ну что, пока, олененок. Даже скучать не буду. Так, Архиофицион. 88 к атаке. Смех на палке, да и только. Будет меняться, скорее всего, вот на этого. Я не знаю, кто это. Прокоптодон. Ну, на самом деле, он похож на кенгуру. Очень похож на кенгуру, друзья мои. Давай-ка вот так, наверное, поменяем. И возьму 2 бонуса. Так, что-то мне кажется, сейчас будет замена. Или будет атаковать по полной программе. Все-таки делать замену. Неужели все на слив?
Нет, ничего он не стал делать на слив. Поэтому раз, два, три, четыре. Бонус. Окей. Смяли в порошок. Ну, у нас с тобой, извини меня, еще три животных. Ну, что он сейчас? Ну, уничтожит, да, ребят, не спорю, уничтожит. Потратит три атаки. Уничтожит. У него останется сколько? Две в плюсике. А то а с таким успехом одна. Один бонусный, как говорится, одно бонусное очко у него остается. А у нас, ну что, три атаки, а у нас еще и даже четыре. Нам это за глаза, чтобы его пробить. Все. Что-то я сомневаюсь, что кенгуру было в кайнозойской эре. Что-то вот как-то вот сомневаюсь, ребят. Прямо вот вылитый кенгуру. Никаких изменений. Так, ну что, мы с тобой хотя бы... Да, мы переходим с тобой в охотники. Лучшие 10% игроков. И крутим рулетку. И выпадает нам здесь... Конечно, доллары было бы поприятнее. Так, ну что, раз, два, три. Это уже, друзья мои, так. На шару, так скажем. Я прекрасно понимаю, что таким отрядом нам вряд ли что-то здесь... Депортодон, они тем более... Так. Сейчас посмотрю. Да, они сильны как раз против этих. Ну что, сразу убираем? Что тут думать? Вот и все, я сел, парнишка. А вот тут, конечно, да. Сейчас он тоже, по идее, должен атаковать. Блин, а это какой-то медведь. Он такой правильно делает. Но мне даже если я поменяюсь на этого, вряд ли тут что-то удастся поменять. Да, так и получается. Могу только вот так себе позволить. Что же это там за медведь-то такой? 7 уровня. Бриллиантовая легенда. Ты глянь-ка, он атакует. Ого. И не побоялся же. Так, 507, да? Иди отсюда. Так, ну точно медведь. Оголодавший какой-то. Медведь-мутант. Так, 297 к атаке у него. Ну, одну он сейчас, естественно, потратит на нас. Ух, слушай, есть шанс. Хотя, ребят, шанс такой себе. 658. Проверим сейчас. Раз, два, три, четыре. Все, отлично. Уничтожаем его, друзья мои, уничтожаем. Это классно. Это очень классно, это хорошо. То есть мы с тобой еще дальше продвигаемся. Ну, тут, конечно, далеко мы с тобой не уползем, но сам факт, что хоть и мало у нас животных, но мы даем с тобой достойный отпор. И плюс еще при этом получаем какие-то награды. Эх, было бы прикольно 400 баксов срубить. Так что там опять, а? Ну-ка покажи, кто там у тебя. Ты мне что-то тут говорил поменять. Поменять, поменять. А, ребята, а что, Димитродона, что ли? По-моему, все правильно. Ой, вон, иди. Так, здесь мы... А что, все? Все награды собрали? Ничего себе. Я прям даже как-то удивлен. Обычно нам что-то приходилось там с тобой драться, а тут, смотри-ка, ничего. ДНК, еда, 40 долларов и летучая карусель. Плюс 95 очков доверий. Плюс вот здесь вот еще 50 супер ДНК. И что у нас там остается на выхлопе? Эволюционная борьба. Любое животное гибриды. Утю-тю-тю-тю-тю, анкилодог. Друзья мои, я бы, конечно, поиграл бы, наверное, с удовольствием. Хотя, ну, блин, ну нехуй-то просто доллары тратить. А этого...
про цитарозавра. Ну давай попробуем, фиг с ним. И против птеранодона мы возьмем апатозавра. А, тут гибриды. Нет, тогда, ребят, нет. Гибридов нет, а тратить деньги на это все как бы, ну, не особо мне хочется. Вот такая вот у нас получилась короткая, конечно, серия. Сам, ребят, не рад этому. Но ничего с этим поделать, к сожалению, не могу. Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.